Начинаем наш сегодняшний водный поход от Сентелека по реке Чирыш. В планах подняться до реки Каргон, зайти в Каргон до первого порога. Потом выйти из Каргона, дойти до Кумира, порыбачить в Кумире, там наверняка вода светлее. На все про все у нас два полных дня, две ночевки. Вот он, Каргон! Держись покрепче, Павла! Зашли в Каргон, остановились, попробовали покидать, никто не клюнул. Идем дальше. Переколомную взял. Очередная остановка на Каргоне. Река крутая, но интересная. Будем пробовать брать хариуса. Дождик кругами ходит. Thank you.
здесь крайняя точка, выше не подняться пороги. Это место называется Синий Плес. Мы здесь были с Алексеем в 2013 году, еще на старом Саларе. Воды было меньше. Просто если дальше была бы речка спокойная, можно прошел, дальше идешь, а там все, там начинаются пороги. Называется «По местам былой славы». Были мы здесь. Хорошо время провели. А тут ничего не изменилось. Теоретически подняться можно. Практически тоже на пустой лодке. Но смысла нету. Там дальше тоже пороги. Как я уже сказал, это место называется Синий Плес. До него есть тракторная дорога. Выше начинаются пороги. Выше через километр или полтора есть мост. Мы, в принципе, поднялись до намеченного места. Поснимали. Все привязали. И начинаем спуск по этой быстрой горной реке Каргон. Ну все, и держись, Виталь, крепко держись.
давай на нос. Поехали, нормально. Смотри, какая грязная. Ребята, мы вышли из Каргона!